Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в мини-хайп, назовем так, или майнер, фарм гейм, где нам при регистрации дают бонус 10 рублей, он сразу в работе, я закинула вчера. Что я закинула вчера? 50 рублей, плюс 10, того 60. У меня на балансе 5 рублей. Ну, вот здесь вот капает. Собрать доход. Я собрала доход. Сейчас мой баланс обновится. Хочу его проверить на вывод. 6 рублей у меня. Значит. Так. Ну, давайте. Так, пополнить. Выплатить. Номер кошелька у меня прописан. При регистрации здесь я уберу, поставлю 0, вот так ровную сумму пусть будет, кликаю выплатить, деньги успешно переведены на ваш кошелек. Ну, давайте перейдем на кошелек, надо обновить страничку. Да, баланс по нулям, перейдем, история, значит, перезагрузить. Ну, с учетом комиссии, 18 марта, 5.94. Давайте кликнем. 18 марта, 10.29. Перевод выполнен, 5.94 рубля. Выплата пользователю с проекта FarmGame. Ну, платит инстанту. Ну, надеюсь, он даст заработать. Вот. Это радует. Ну а здесь что у нас? Последние 10 пополнений. Вот. Ну здесь кто на что пополняется. Кто на рубль. Кто на 10. Кто на 5 рублей. Вот, ребятки, смотрите. Плюс 41 920 рублей. Кто-то пополнился. Я вот честное слово, я не понимаю. Это такая сумма, это или фейк, или, возможно, сам админ так пополняется. Но неужели народ на такую сумму заходит? И вот 18 число, это сегодня. Это ужасно. Такие проекты, как правило, долго не живут. Я не знаю, если вот человек пополнился, будет он в плюсе или как. Это я не знаю. Такую сумму унести. Офигеть. Вот деньги некуда девать. Ну что, платит инстантом, продолжаю работать. Будем надеяться на долгосрочную работу. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч.